Смерть Юрия Шатунова и шахматный скандал. Главное за неделю. Обзор самых популярных материалов информбюро КИЗ. Главным потрясением недели стала смерть известного советского и российского исполнителя Юрия Шатунова. Певец, чей голос в 90-е звучал, как говорится, из каждого утюга, ушел из жизни в возрасте 48 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Тиктокер с 6 миллионной аудитории Евгений Курчанов, просто и весело помогающий своим подписчикам учить английский язык, дал эксклюзивное интервью информбюро КЗ, и оно имело успех. Материал прочитали более 33 тысяч раз. Евгений уже полтора месяца живет в Алматы и планирует здесь задержаться. Блогер рассказал, что раньше ничего не знал о Казахстане, а сейчас приятно удивлен уровнем жизни и сервиса, а также доброжелательностью местных жителей. Главным скандалом недели стало заявление известной казахстанской казахстанской шахматистки Биби Сары Асаубаевой о том, что президент Казахстанской Федерации шахмат Галим Хусаинов и его заместитель Дармен Садвакасов вводили спортсменов в администрацию президента, чтобы попросить денег для федерации. На следующий же день министр культуры и спорта Даурен Абаев, а также упомянутые шахматисткой Галим Хусаинов и Дармен Садвакасов опровергли ее слова. Публикация об этом набрала более 12 тысяч просмотров. Все еще слышны отголоски трагического января. Расследование тех событий продолжают, на уходящей неделе Генеральная прокуратура, ссылаясь на данные следствия, сообщила, что банда Армана Джумангильдеева, широко известного в криминальной среде как дикий Арман, похищала граждан и удерживала их в паркингах-гостиниц. Эту новость посетители сайта прочитали более 22 тысяч раз. К слову, бывший зампредседателя КНБ Самат Абиш тоже находится в орбите уголовного расследования январских событий. Также внимание читателей Информбюро КЗ привлекло сообщение о том, что в Алматы введены ограничения по этажности зданий не только выше проспекта Альфа-Раби, но и ниже него. Однако в правилах осталась лазейка, позволяющая застройщикам продолжать возводить небоскребы. Эта новость набрала 17 тысяч просмотров. Спасибо, что читаете Информбюро КЗ. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайк, если вам понравилась подборка, а в комментариях вы можете задать любые вопросы. С вами был Информбюро.